Пожар на частной нефтебазе под Одессой. По предварительной информации, бензовоз взорвался, когда его наполняли топливом. Произошло возгорание, пострадали двое работников. Черный дым был виден за несколько сотен метров. Огонь в любой момент мог перекинуться на расположенные неподалеку резервуары, и тогда справиться с пламенем было бы намного сложнее. На базе свои нефтепродукты хранят несколько компаний-трейдеров. Всего 16 тысяч кубометров топлива. Примерно через час после взрыва пожарным удалось справиться с огнем. Общая площадь пожара составила 100 метров квадратных. Пострадал водитель, а также один из работников базы с различными степенями тяжести были госпитализированы.